Украине и странах СНГ. Сегодня мы открываем такое специальное пространство бренда, где вы сможете любой клиент подобрать для себя идеальное средство макияжа и также ухода. На губы создаете эффект зацелованных губ. И то, что у вас осталось, немножко текстуры, вы наносите как румяна на яблочки щек. И у вас получается завершенный образ, потому что вы знаете, одно из правил макияжа, которое никогда нельзя нарушать, это то, что губы и щеки должны быть в одной гамме. Не одного цвета, но обязательно в одной гамме. Все остальные правила. Сегодня презентуют новые блески для губ. Ну что, мы протестируем? Да, обязательно. Да? Какой же ты озвучила мой стой? А я хочу протестировать. Вуаля! Сегодня презентуют новые блески для губ. Ну что, мы протестируем? Да, обязательно. Да? Спасибо, что озвучила мой стой. А я хочу протестировать. Вуаля! В коллекции представлено 12 блесков, сейчас будет 10 в наличии, но поверьте, есть из чего выбрать. Очень красивые, есть нюдовые и ягодные, и даже красные. Сегодня мы обедаем с Лизой в шикарном кафе «Зеленка». Посмотрите, какой у нас красивый, полезный обед. Все очень продумано. Философия кафе потрясающая для людей, которые думают о правильном образе жизни. В общем, смотрите, как у нас. У меня томатный суп и овощной боул тут с авокадо. Все это так здорово выглядит. Я покажу вам поближе, как это все выглядит красиво. А у Лизы у тебя ризотто из глазурного овса. Обалдеть. И розовый кофе. Да, очень вкусный, кстати. Попробуй. Я сейчас кушаю томатный суп, девочки. Я вкуснее, мне кажется, не ела никогда в своей жизни. Безумно вкусно. Очень советую, если вы будете проездом в Киеве, либо вы живете в Киеве, но еще не были в Зеленке, вот от души рекомендую, здесь очень-очень вкусно. Ребят, а теперь обалденный, вкусный десерт. Если бы вы знали, какие вкусные панкейки здесь делают. Я все любуюсь цветами, чай. А у Лизы сырники. Сейчас они, подожди, вот так должно быть, пань. Вот так. Мы сейчас допиваем наш замечательный гречишный чай из замечательной чашечки ручной работы. Скажи, было очень вкусно. Было настолько вкусно, что хочется вернуться скорее. Маша, с днем рождения, Даша, выздоравливай. Сегодня мы на презентации новой японской косметики. Еще пока ничего о ней не знаю, но уже видела даже рекламу в городе. И очень-очень интересно будет узнать, что же такое.